одинаковый, как у дядьки другого. Ага. Они одинаковые. Сашка, ну ты найди где-нибудь, может, у кафешки, я говорю, ага, какого-нибудь. Мы у кафешки не останавливаемся. Я ей в прошлый раз сказала. Никита! Люб, что у тебя там? Живот! Живот! Ничего такое. Да нет, обидно тоже. Все нахуй, нет. Перед глазами родных лиц, вот он приказ не отступать и не сдаваться. Две минуты, так мало чтобы злиться. Две минуты, будет кровь по венам стремиться. Две минуты, и все прекратится. Две минуты. Ебанутый за нами металлась. Я думал, у нас сейчас воткнется. Видал, как это происходит? А, регистратор пригодился! Пригните ремень. GPS-система активна. Господи, боже!
они. Не подъезжаем. Впереди, нет, впереди, видишь? Обещать надо. Твою мать, блядь! Ребята, авария на Катю. Все, встаем, встаем. После моста сразу же удвоить возможности парковые части по пьяной дороге. Как тебе добраться до сокровища? Юноше вдруг все стало ясно. Старуха-цыганка ничего с него не взяла. Так что старуха, это, наверное, ее муж, тоже цыган, специально ей подослан, чтобы наплести стрекороба и выманить денег побольше. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку. Нехуй народ.